«Привел себя в порядок, приведи в порядок свою планету». С этим девизом вышли на субботник жители многоквартирных домов по улице Чернореченская. Моют детские площадки и асфальт, расчищают территорию от прошлогодней листвы и мусора. Старший по дому Анатолий Мацко говорит, долго собирать жителей на субботник не пришлось. Стоило бросить клич, и все вышли. С приходом новой управляющей компании, которая сразу взялась за дело, и у жильцов боевой настрой. Конечно, всегда важно. Мы же убираемся в своих квартирах, убираемся на даче. Это всегда радует глаз, это всегда приятно. Когда выходишь, видишь, люди сидят на скамеечке, отдыхают, кругом травка растет, все замечательно. Чистый воздух, ни пыли, ничего нет. В эту субботу на уборку в Ленинском районе Самары вышли более 3000 человек. Представители управляющих компаний, жители, сотрудники администрации и глава района Елена Бондаренко. Жители видят, что мы начинаем работать, и тоже подтягиваются. И самое удивительное, что приходят дети, с удовольствием берут тоже инструменты и начинают работать. Вместе наведем порядок на нашей планете. Многие территории Ленинского района Самары отремонтировали по проекту «Содействие» и по нацпроекту «Комфортная городская среда». Теперь задача жителей – поддерживать их в хорошем состоянии. Принять участие в программе и преобразовать пространство рядом со своим домом может каждый. На сайте, адрес которого указан на экране, с 26 апреля по 30 мая будет проходить голосование за территории, которым предстоят перемены. Виктория Шарая, Никита Колосов, Николай Епифанов. События.